Привет! Часто можно услышать от девушки, что она говорит: ты знаешь, вот так вот получается, что я не испытываю никакого, ну, космического, грубо говоря, удовольствия от соития. Но вот эта история меня, конечно, удивила. По приколу предложил своей девушке поэкспериментировать, попробовать что-нибудь новенькое с помощью VR-шлема, а она согласилась. Я самый счастливый мужчина на планете, у меня каждый день новый партнер, при этом я не изменяю своей девушке. Казалось бы, что тут может пойти не так, где тут подвох? Но я еще даже не представлял, чем это обернется. У нас было лишь одно условие: мы не смотрим, что смотрит партнер в процессе. И она надевает шлем, и у нее за 10 минут два финала, просто бум-бум! Мы полгода вместе, у нее ни разу не было со мной финалов этих ваших женских, блядь. Она мне говорит: Влад, не переживай, это у меня такая особенность организма, я не испытываю вот этот финал. А тут бах-бах! Мне интересно стало, что она там смотрит такого, что вот так сразу. Я ее открываю. Там 4 кентавра. Кентавры, реально! Кентавры! Просто чего? А мне говорила, что любит нежность. А сама с 4 кентаврами, блядь. Вот и поэкспериментировали. Оказывается, некоторым для удовольствия не хватает не мужчины, а кентавра.